Доброе утро, зрители, подписчики, друзья моего канала. Классная рыбалка с Алексом. Сейчас мы находимся на Кулаковском заливе. Расставились вдоль камыша. В общем, у нас начались первые сработки у ребят. Я только что дернул щеренка, сейчас отпущу. И смотрим результаты у наших коллег. Валера ловит. Извините за съемку с руки, не успел штатив бежали, не купали, она может ухватить, держать во рту, переворачивать. Ну, все нормально. Что здесь камыши из-за этого, да? Ну я даю вот, ты совсем, ну как бы вот это. Ну это экспериментальная одна. А она тут, она вот тут, мелкосхальная такая, камышах и сидит. Просто что я вот Валерия сказал, говорю, у нас один оборот такой катушки, это 22 сантиметра. То есть мы поставили так, что в 2 метрах от камышей. У нас где-то 10 оборотов точно есть. Ну, чтобы не затянуть. Да. Вот 10 оборотов даем. Если больше, подсечка обязательно. Если меньше, выстрелила, стоит. Ну, дайте, пусть постоит. Она может 5 минут залазить. Я просто где-то здесь то ли окуня вешал такого хорошего. А-а-а. Одного, только, ну, ну, по-моему, не здесь. Как бы, это. Да, да, такого тоже. Там вообще карась такой бомбический повесился. Вот. Ну, да. Слушай, а русло где-то вот, ну, тут, ну, так чуть-чуть. Найдите ж русло. Ну, просверлил заднение, да. У нас он по руслу стоит. Ну, да, да. Ну, я думаю, уже так стрелькану туда. Там. Там уже на уменьшение куплено. Вот здесь видно русло. А что по белой? Ничего? Саня там еще только поставить. Не, я до него не дошел. А, куда? Да, мы, только вы, мы только выставились, у нас сработка. Валера еще такой. Ладно, буду пробовать. Резко, резко, резко. Не, карасик. Не, это щеренок. Щеренок где-то. Он пузо порезано. Ну да. Не, типа, это типа бита. У меня бэушный. Это бэушка. То есть ты хочешь сказать, что он уже... Он, она вот здесь и стоит, ребят. Вот он стрельнула. Вот это он... будет похоже. У меня было... Как у тебя, да, 4 раза, пока щеренка не достал. Вот так вот 2 жерлицы, 4 сработки. Она все ходит и будет. Бам-бам. Ладно, хорошо, продолжаем ловлю. Ну, сработка уже была. Это уже хорошо, уже хорошо, да. Да. Так, ну что, видно, мелочевочка ударила. Посмотрим. Посмотрим. Утро, в принципе, начало утра неплохое. В целом. 7.20, 2 сработки. Как бы хорошо. Вчера на Котомле, то есть в 3 километрах отсюда, на русле, мы там с напарником, с Виталием, не увидели ни одной сработки. С глубины от 4 там, до 7 метров. Как бы так. Так что, оставайтесь на связи. Сейчас немножко мы смонтируем видос и сразу покажу щуку, которую поймал. Ну вот такая. Дитя щуки. Сейчас мы его выпустим.
Не беспокойся, товарищ, ты будешь жить. Таких мы не берем. Вырастай. Возвращайся уже с мамкой. Давай. Ну, конечно. Ну, как-то расставились мы выше крыши, да? Да, ну, я думаю, дал да. По разным направлениям, и там, и там. Ну. Квартира-то на ваша, если будет больше сработок. Валер, твоя. Тихо. Если что, и 5 минут ждем, ничего страшного. Твоя сработка, вдруг выплюнет. Да не выплю. Тихо. Она стоит, во рту разворачивает, ты понял? Мелко так разворачивает. Уже нечего подсекать, или уже дожидаемся. Трубы, кажется, делать. Принял. Пошли, мотало хорошо. Резко, резко все вместе. Сейчас, Валер, секунду. Подсеки. Тяни, тяни. Значит, не палец. Сработка у ребят. Ладно, выставлять надо. Своих пошел.
то ли вчера. Что-то там поймал такую мелочь полтору. Была одна поклевка, тягала, не вытянул. Что такое? Там всегда вот такие, те, которые ты не вытянул. Нет, долго тягал. Валера, у меня сомнений нету, что там у вас на 12 кил. Да. Просто в ноздрю попала, и она отсморкнула его назад. Ты посмотри, как загнут. Флажок не сработал. Ну то ж дурное, мелкое. Его дернуло, но не тянуло. Сброс был, и все. Я взял немножечко, ну, поднял хату. Тишина, видно, просто вот там. Там, ну, что у нас, он тоже промотало много метров и бросило. Мотало, да? Да, ну, там у них. Да, удар промотало, метры выплюнул, но, видно, в пасть не лезет. Всем спасибо, до свидания. Пойду поплыву еще, купешек поищу. Далее. Вот тут окушок я что ставил. А ну посмотри. Не, ну окунь не мог сбить. Он уже, ну по-моему, куцана. Ну и отлично. Вы ставьте, она где-то рядом и стоит. Кто доловит. Как видите, утром началось бодро. Поклевка за поклевкой идет постоянно. В принципе, в целом мне нравится. По крайней мере, последние два дня, два раза, два выезда. Вчера не было ни одной поклевки, как я сказал. А до этого у нас было 5 поклевок, щурята. Ну, вы видели наверняка в отчетах. Тоже кулаковка, только ближе к речке Хатумля. Все, оставайтесь на связи. Дали будут. Ну что, на связи вы, перерыв 30 секунд, у Шурика сработает. Ну, интересно. Не успеваю на штатив камеру поставить. Крокодил. Выкидывай сейчас, Сань. О! Первая рыбка моя. Вторая. Вы ошибаетесь. Первая у нас. А вот первая хорошая действительно у тебя. Ну, килушечка. Грамм 900 кило. Красота. Ну что, мои поздравления. Первая крупная щука твоя. Да, первая Бильчменч. Крупная щука моя. Бильчменч. Это уже... Третий раз я выехал, и первая рыбка. Молодец. Отлично. Далее буду. 5 сработок уже, Сань. Я видел, что у вас сработка за сработкой, а я пошел проверять окуня. Так что, имея в виду, как бы, от Джерлис, наверное, сейчас не стоит отвлекаться. А где хер родился? Самый край, вот то, видишь, кушали. Под кушарем и на самом углу. Они туда ушли куда-то? Да. На ту сторону, что ли? Вон, видишь? А, да. За колышками один сидит. Ага. И вот тут чемодан стоит, ага, на самом углу. Ага, я понял. Отсюда. Не, ну туда я не добегу при любых делах. Тут, сука, надо быть спортсменом таким крепким. Ну что, ребят, 5-я сработка, первая щука килушка, ну как и стоит ожидать в камышах при ловле с камышей, мы-то ожидаем бонуса с русла, русловую щуку мы ждем, ну килушка. Да? Она. Ну точнее все 140 подписчиков, кому не лень, посмотри, напугал тебя? Вот он, с 5 метров.
Ну, судя по всему, утренний выход щуки закончился. Такой был коротковременный, 20 минут. Работали флаги, взлетали. Ну, мелочь хватало, бросало. Сейчас 8:15. В принципе, информация как для утра достаточно положительная. Но тем не менее, чтобы не ожидать там следующий выход и так далее, как-то скоротать это время, насверлились ряд луночек. Ну и будем пытаться ловить белую рыбу, окуня, судачка. Валера, между прочим, поймал маленького судачка, отпустил. Ну, как бы, вот такие, в общем, дела. Сейчас я просверлил на глубине 4,5 метра пару лунок. Еще ударю одну на расстоянии метров в 20, закормлю ее, ну и будем надеяться на выход. Подход, точнее, белая рыба, может быть, с высокой долей вероятности ожидаем плотву. Ну, может быть, будет подлещик такой. Ну, все увидите. Все. Это только что выстрелило, все в порядке. Тут надо аккуратно подходить, потому что глубина небольшая, вибрацию слышит. Единственное, что поставил так, что не вижу. Вращает, не вращает. А, вращает, по чуть-чуть. Потихонечку. Подожди, стоп. Начнем вращаться, подсекай. Подсекай. Зацеп, тяни. Стоп. Разреши, давай. Отпусти чуть-чуть. Отпусти. А ну разреши, я не держу ее. Отпусти. Ну да, значит. Сука. Глянь, валерьян. Короче, когда подсекаешь, понял? Суть вопроса. Если ты чувствуешь камыш, то я останавливайся. Да ну я вижу, если потянет назад, уже потом. И держишь пальчиками, да. Красавица. Меленькая. Подсекай сильнее. Валер, не спеши. Если будет уходить, отпускай. Ну, как карп. Все делай как скарп. Не пытайся ее выдернуть сразу. Отпускай. Не парься вообще. Отпускай сколько нужно. Не держи ее, отпускай.
хорошо. Отпускай, не тяни, чтобы не порезала флюр. Не, я ж так и делаю. Держи двумя пальчиками, все хорошо. Пусть ходит тут. Она на машине зайдет. А, нормально. Подожди. Слава Богу. Спасибо за помощь. Я думал, блин, ну минимум. Ну минимум. Сейчас даткой буду сбивать проявку. Сомнений не было. Я подумал, что где-то, наверное... Я тоже думал. Так. Ну, ты не, же, она ты может быть резко. Тоненькая здесь. И она кажется так... Слышишь, ты в следующий раз, ну, без всякого, если ты на луке нет, ты делай размашись. Ну, чтобы оторвать ее губу в конце-то концов. А тут бы оторвал. Я дам совет. Я думаю, что он бы вырвал. Нифига, она была в горле. Он просто плавно потянул. А, она начала вырывать. И все. Ну, где-то килограмм. Килограмм. Больше. Ну ладно. Ну, может, кило 100. Кило 100. Кило 50 грамм. Давай, там килограмм шипчика. На воде. Блин, ну вот хорошо. Молодцы. Ты как знал, пришел? Мне ж кадры нужны. Я смотрю, что сейчас чуйка идет, сейчас будет работа. Я же понимал, что ты снимай, значит, 100%. Так заметишь. На глубинке. Супер. Супер. Шутка обычно забьется. Ну, у нас там на 600, на 650. Все, да, супер. А тем временем, судя по всему, у Валеры, пока я отошел, тоже была поклевочка. Сегодня с переменным успехом поклевывает. При том, как вот практика показала, мелочь, естественно, в камыше там сидит. Ну вот килушечка. Одну килушечку Саня взял в камыше. И одну килушечку Валера взял на чистом, на глубине. Молодцы. У нас пока что мелочевка, вы видели. Вот такие. Мелкая щука. Валера специалист по чему? Отпусти его. Это хрень мелкая чересчур. Это даже не таранка. Она сама выключила. Ну я. Ну молодец. Ну что, Валер Яныч, как вываживание? Стравлял ты ее, не выводил, утомлял. Ну раз тяжелее ловит, чем она. Да ладно. Мои зрители ожидают динамики рассказа акул. О том, как ты акул ловил. Давай, я как раз прикормил там. Может, пожрет еще плотву, которая там. Плыви давай, дурочка. Да выплывет, никуда она не денется. Заводят в камыш, поэтому надо шевелиться. Хотя вроде не мотает. Посмотрим сейчас.
слышал, что у тебя поклевка. Я скоро подойду. Прочти, что у него там? Три. Сработка. Постараемся заснять. Валер, слышишь? У Сани сработка. Обрати внимание на наши жерлицы. То оно параллельно сразу во всех, как правило. Шурик. Звезда Ютуба. Вот они, аллигаторы. Кулини этих самых, как его, Кулаковского залива. Микроаллигатор. Сразу на два из трех. Класс. Да я видел, ты меня это самое побежал. И несусь. Ну, оно такое, как бы под камышом и есть, что оно. Большинство, как и в траве, там, где мы ловили. 80% мелкощек. Ну ничего, это вот уже вторая, да? Да, это вторая. И там еще одна у тебя сработка была, или две? Была, но она сильно скинула леску, и она запуталась, холостая. Это положительный знак, сейчас будем смотреть. Как я заметил, знаешь, сразу у троих были сработки. У Валеры с Русланом, потом у Молодцова и у тебя. Туда побежали. У Валеры с... Я ухожу, мне самое дальше. Все в разные края. Да-да, рванули сразу по сигналу, по кустам. Все по кустам.
так я же не прикармливался нигде. Лучшего по размеру, то есть щучка в основном была, ну, скажем так, мелкая, вся мелкая, то есть всего лишь взяли две там килушки, около килушки, что-то больше остальное.